На этой неделе в нашем крае пройдет первый снег. Если еще завтра днем в центральных районах будет достаточно тепло, плюс 2 градуса ночью и плюс 8 днем, то в среду погода резко ухудшится, причем во всех районах региона. Ночью температура опустится до минус 3 градусов, днем ожидается плюс 3. Пройдет дождь, переходящий в снег. На дорогах, возможно, гололедица. При этом ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Холодно будет и в четверг, но к выходным, обещают синоптики, потеплеет и осадки прекратятся. В субботу днем в Красноярске плюс 9, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. По центральным и южным районам ожидается также крайне неустойчивая погода. Если в ближайшие сутки мы ожидаем местами дожди, значит, днем порывы ветра западного 13-18, который сохранится еще на среду. Ночные температуры составят 0-5, местами плюс 3-5, а дневные 7-12 тепла. То среда и четверг здесь ожидается дождь, переходящий в снег. Снег, порывы ветра 13-18 метров в секунду, это на среду. На автодорогах гололедица сильная.